Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Как сдать анализы в крупнейшем лабораторно-диагностическом центре России, не выезжая из Печоры? На базе современной медицинской клиники можно сдать более 1000 медицинских анализов. Все исследования проводятся в Центре молекулярной диагностики, город Москва, уже в день сдачи крови. А результат вы можете получить через несколько дней на электронную почту или в современной медицинской клинике. Действует гибкая система скидок. Подробная информация и запись по телефону 30350. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 26 ноября, в Печоре ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура сегодня ночью будет минус 22-24, а завтра днем 14-16 градусов ниже нуля. Мосты между нами, мосты. Ну, где ты взял? Песни со смыслом. От любимых исполнителей. От Печори на вокзале. Духовой шансон. Душевное радио. Заблутали. Просто хорошие песни. Love Radio. Лучшее из мира твоей любимой музыки.